Здравствуйте, с вами Валерия Макарова, и я расскажу вам о главных новостях спорта к этому часу. Итоги года. Самарцы стали больше заниматься спортом. В канун Рождества самарские лыжники устроят ночную гонку. Хоккеисты клуба «Лада» закончили год победой над Салаватом Юлаевым. Встреча с уфимским Салаватом Юлаевым для хоккеистов «Лады» стала завершающей в этом году. В очередном матче чемпионата КХЛ волжане смогли реализовать первый же свой момент. Автором забитой шайбы стал Денис Зернов. Следующую закатил в сетку на 6-й минуте Виктор Комаров 2-0. Гостям одну шайбу удалось отыграть, однако несколько удачных атак «Лады» увеличили их преимущество. В концовке гости попытались отыграться, но времени для этого у них не хватило. 6-4 – итоговый счет матча. 5 января в Самаре состоится традиционная 5-я ночная лыжная гонка. На территории учебно-спортивного центра «Чайка» в скорости сразятся лучшие лыжники региона. Участникам предстоит покорить снежные трассы в Сокольих горах. Предусмотрены дистанции 5, 10 и 15 километров свободным стилем. Старт дадут в 18:00. Напомним, первая ночная лыжная гонка прошла в Самаре 3 года назад. Особенность ее в том, что соревнования проходят в темноте, и спортсмены ориентируются на трассе с помощью налобных фонариков. В следующем году в Самаре планируют провести более 300 официальных спортивных соревнований. Уже в начале января стартует всероссийский турнир по хоккею «Золотая шайба». В феврале Самара традиционно присоединится к лыжне России. Как отмечают в городском департаменте физической культуры и спорта, увеличилось число самарцев, которые постоянно занимаются спортом. По сравнению с 2010 годом их количество возросло на 13%. Это были все новости на сегодня, и помните, спортом лучше заниматься, а не говорить о нем.